А мне кажется, здесь сколько ни дави, здесь не будет лихорезка. Папа, я пишу, а не ты. Ты сидишь в моем мессенджере, а не в своем. Зачем тебе там быть? Смотри, меня вот так. Где моя тюремная кружка? Я сегодня проснулся в 3 часа ночи с невероятно светлым чувством. Это вы? С вами я общаться не буду. Люди, которые залгут все. Мы приехали. Слава Богу. Все. Спасибочки. Где там найдут? Да, спасибо. Так, теперь это надо как-то вот так вот. Вот. Так, подтопчем, почистим. Этим я кладу их фирменное. Этим я кладу их фирменное. Тоже, господи, прости. Этот камень мы привезли с 5-го шлюза Беломорско-Балтийского канала. Это то, чтобы все видели, в каких породах приходилось заключенным прорубать этот канал. Вот тут еще видны следы их деятельности. Вон какие-то железяки они забивали, чтобы канал пробить. И этот канал стал и могилой, и надгробием. Ну, примерно для 86 тысяч человек. Умный человек, он доказал, что зэки сами себя, не только сами себя способны. Они прокормят, да. Да, они способны еще пользу стране принести. И вот под эту пользу стали выдумывать стройки. И эти стройки, тендеры на эти стройки, стал выигрывать НКВД. И под эти НКВД, ну, АГПУ тогда. АГПУ. И под эти стройки стали создавать лагеря. И когда наполнилось лагеря, что бывало, ну, придумали какую-нибудь государственную компанию. Слушайте, это по борьбе с чем-то. Почему сажали, понятно, это трудармия. А почему они убивали в таком количестве? Никто не может сказать. Ни Запад, ни Восток, никто не понимает. Или что действительно нельзя остановить процесс, что раз начавший, надо доводить до упора. Ну, наверное, это все-таки до войны, логика больших чисел. Да. Скорее всего. Интересно, а Сталину нужна была война? Наверное, да. Можно, да, потому что... без этого невозможно было дальше давить. Держать людей, да. Потому что он тоже уже надавил на людей столько, что понимал, что где-нибудь свой Харвитос уже где-то прячется. Уже бегает. Да. А мне кажется, здесь сколько ни дави, здесь не будет Лихарвиоса. Это хоть треснего не будет. Да, вот передайте ваши успокаивающие слова лично. Я думаю, что он знает. Вот я тоже так думаю. Что-что, но население он знает, между нами. Он психологически очень хорошо понимает, с кем имеет дело. Вот они, дырдочки, выходные, входные и так далее. Ну, входные здесь не видно. Так, Сонька, дикта отсюда. Вообще, ладно, смотри. А то сейчас кто-нибудь, вот, входное отверстие. Сюда бубух. Вот пулька застряла в черепушечке. Это значит, что сделано больше 15 выстрелов. То
То есть ослабел, что ли? Ну да, естественно, этот самый. Да, нет. Ствол нагрелся, шире стал, в смысле, увеличился в диаметре, и пороховые газы прорываются уже не так, между пулей и стенками. Не толкают пулю с нужной скоростью. Летел, летел, я соберу, летел, летел, больше не тает, завтра я еще и умру. А надо что-то не туда, и не сюда, и не туда, и не сюда. Летел, летел. Напиши спасибо большое. Завтра спишемся. Что? Принято. Папа, я пишу, а не ты. Ты сидишь в моем мессенджере, а не в своем. Ты слышишь, что я тебе говорю? Я так не общаюсь, Юра, по-древнему. Как с этим человеком вообще сложно? Это мой отец, Господи. Мне и так никто не пишет уже в этом мессенджере почти. Ну-ну, что-то пишет. Да, буковки, точечки прыгают. Вот. Никогда он не был в этих социальных. Вот я... Я его туда пиндюрила и пожалела уже. Разобрался. Ты соединила туалет в ванну? Да. Пока так, не стал больше ничего делать. Ну, там или выключатель сломался, лампочка перегорела. Я где-то у меня есть запасная лампа, только я не помню где. Ну, нормально. Поэтому пришлось новый левый светильник какой-то завесить. Да. Дедушка, меня пустят тут? Да ну. Зачем тебе там быть? Смотреть меня вот так? Нет. Тогда. Иди с тобой домой вот так. Ага. Дуй. Тут будет желающий. Пообниматься со мной. Дуй. Ну, у меня как бы... Я приоритетней. Я твой внук. Ну, я понимаю, что ты мой внук. Но если там будут молодые красивые девушки, извини, внучок. Буду ревновать. Ты не ревнуешь? Я пошел. И сегодня еще, скорее всего, увидимся. Бай-бай. Я не вижу, где моя тюремная кружка. Ну, кто бы это нанесли? Ну, я понимаю, что у меня тут еще есть. Пишут хорошо и мягко. Сойдет. Так, все. Еще что? Ну, простой карандаш и эластик. Так, простой карандаш.
Господи, чего тут только нет. Не, спецназ это уж как-то совсем круто. Давайте так принесем. Так, клеточка, письма. Пишите письма мелким почерком. Что-то у вас все серьезно. Ну так ведь прокурор требует 9 лет. Защита просит оправдать. А то. Все? Ну, наверное, пока все. 267. Ну, знаете, вот так. Мне нужен кипятильник на 0,5 киловатт. Вот такой вот две штуки. Самое? Две? Да. Так. Пожалуйста. Ну, рекламации не будет. Рекламации, говорю, не будет. Так. О, алкаши. Алкаши, 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 алкаши. Так. Ну, хорошо. Мне, пожалуйста, набор ложечек вот этих. Пластмассовые. Я знаю. Так. Что у вас опять? Ну, сегодня вроде как это пытаются, попытаются. Не знаю, что получится. Нас опять. Как приятно, что кто-то следит. Да. За этим так делом. Потому что это, да, слежу. Потому что знаю вас, так. Ну, поэтому я слежу. Хорошо. Ой, а нет ли у нас этих самых ситечек пластмассовых? Вот эти или вот белые? Нет, нет. Вот эти ложки. Ситечек пластмассовых для чего? Чай пропускать через них. Нет, вот такое вот. Нет, это не пропустит. О, и дайте мне вот несколько станков еще одноразовых, которые по 40 рублев. Вот. Вот. 616, пожалуйста. Угу, следим, не верим. За вас. Да, спасибо. А девочка для ваша? Слушай, пока у бабушки. Ну, главное, что не зеленый. Нет, не там еще неизвестно, что лучше было. Бабушка. Да. Ну ничего. О, дядя Толя, откуда-то не пойми, откуда мне. Я люблю соседей тормальных. Ты кто? Кто такой ты вообще? Я Сергей. А друга? А здесь. Все, отвоевал жизнь. Нормально. Что-то, кто-то мне вчера клялся, божился, что целых 8 дней не пьет. Похело. Нет. Мы карьера, но похело. Ты не бзди. Кто? Есть народ у меня там. Ну и кто бздит-то? Сам я себе. Ты это не записывай. У нас в стране, по-моему, каждый третий. Вот тебе я знаю, где-то. Не задави меня, кабан, бегемот. Ты мне когда напишешь, Нибы? Ты обещал, напишешь там. Дай из тюрьмы выйти. Выйдешь. Я сообщу. Умерла. Есть народ. Где 93 года, еще на мышке, на хоть спагина ездит. Вот. Сейчас здесь откроем. А, мы набрали тут 8 штук. Ну, мало ли составит бриться. Вот. И немножко тут на бумаге. Ну, вот. Так, что я еще забыл? Ага, это там. Я сегодня проснулся в 3 часа ночи. С невероятно светлым чувством. Вот оно бывает. Я проснулся в светлый хороший день. Пусть бы оно так и было. И лежал, так, ну, вот светлый, ощущая, да, это все чувство. Чистый четверг. Чистый четверг, да. Да. Поэтому чувство все должно быть чистым. Я попробую, что это за кофей такой. Хитро-мудрый. Ой. Ха. Ваше здоровье. Давай.
Не вижу шевеления. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, какой целью вы проводили фотографирование несовершеннолетнего ребенка? Какой целью интересуетесь? Ну, наверное, потому что у вас сегодня суд. С какой целью вы проводили фотографирование какая... ребенка? Извините, какая это? Чисто медицинская. То есть вы считаете, это нормально создавать порнографические фотографии ребенка с несовершеннолетнего? Солнышко мое, если для тебя это контроль за медицинским состоянием ребенка порнография, то я вынужден подставить под сомнение ваши материнские инстинкты. Вы считаете, что большинство людей фотографируют своих детей обнаженными для того, чтобы как-то фиксировать? Да? Можно вас на минуту? Телекомпания НТВ, добрый день. Просто не надо разговаривать. Все это будет золото. Я вам еще скажу. Подождите, тихо. Так, минутку, подождите. Папа, с адвокатом, пожалуйста. Прошу прощения. Значит, я вам еще раз повторяю, что цели были самые благие. Контроль за медицинским состоянием ребенка. Прошу прощения. Вы считаете, что это нормально? Не вступай в эмоциональный диалог. Это люди, которые изолгут все. Пошли, папа. С такими не вступай в эмоциональный диалог. Папа, ты вообще с ними никаких не... Так хватит меня учить. Все. Под глазами никаких. Следующий. Давай я пройду, сейчас она там усядет на голову. Мне не подкусывает. Так, ну что, Юрий Алексеевич, даже начинали не с того, а вчера в средствах массовой информации было обнародовано заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что судьи, не исполняющие закон, должны искать другую работу. Я считаю это заявление поворотным в системе правосудия. И сегодняшний приговор является подтверждением тому, что это заявление президента услышано. По всем некрасивым статьям, так выражусь, Юрий Алексеевич оправдан. Признан виновным. Закройте рот, пожалуйста! Признан виновным за хранение фрагмента многоствольного ружья. Вы довольны? Ой, спасибо всем. Так, чего опять НТВ? Конечно. Сменили героя. Скажите, пожалуйста, вы довольны приговором? Что вас отпустили, вернее. Вы понимаете, да. Решением суда вы довольны? На данном этапе, да. Посмотрим, еще, наверное, борьба будет длинная. Я так полагаю, что прокуратура, наверное, будет не очень согласна с тем, что... не признали, так сказать, их фантазию допустимыми доказательствами. Посмотрим, поживем, увидим. Какие у вас планы на ближайшее время? Господи, дайте в себя прийти. У меня судья спрашивает, вам все понятно? Я говорю, подождите, ваша честь, вот я что-то в некотором этом самом раздристанности чувств, поэтому я в себя приду, покурю, ну, минут 20-30, чайку попью, может быть, тогда, может, начну соображать. Пока... Ну, я рад, что какой-то этап вот в этой судебной тяжбе, очень такой дурно пахнущий, для меня закончился со знаком плюс. Все. Вы будете продолжать фотографировать таким же образом дочку?
Ну, скажите, пожалуйста, а с чего вы взяли? Ну, пожалуйста. Смотрите, вы опасны. Зачем? Таких аплодисментов наш, наверное, тут никогда еще не слышал. Так, подожди, дай хоть зажигалку найти. Так. Поздравляем! 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 Ура! Ура! Поздравляем! Спасибо, но как-то вот непривычно и как-то даже, наверное, не совсем правильно. Нет, принимать поздравления. А с чем вы меня поздравляете? С тем, что я не педофил, с тем, что я не этот самый, не этот самый, не этот самый. Так я об этом тоже знал. С победой. С победой. Что? В борьбе с системой. Да я с системой не боролся, это система. Это... Зато она с тобой боролась, Юра. Это идет. Скажите, пожалуйста, почему, при чем-то система, если статья была уголовная? С вами я общаться не буду. А с какой целью у меня НТВ пытается... морально, как это, сексуальное домогательство, моральное домогательство осуществляет. Правда, нам интересно, мы задаем вам вопросы, ваше мнение хотим узнать. На свободе, когда вас теперь уже никто ни в чем не может обвинить, потому что официально признаны невиновным. Я не знаю, у меня еще остаточные явления в голове какие-то есть, так сказать. Поэтому, ребята, ну дайте выспаться, отдохнуть, свыкнуться с этой мыслью, что, ну, слава тебе, Господи, все хорошо. А вы благодарны людям, которые вас поддерживали? Безмерно благодарен, потому что, ребята, без вас, наверное, бы съели меня просто так и не поморщились. Ага. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Димочка, ну, Юра. Я нашел такую типу. Мой сладенький. Московский, когда я сказал, будьте... А как же? А что ж не одел? Что? Я еще не примерял. Юрий Алексеевич, а что вот с дочкой с приемной? Вы теперь так. Будете пытаться ее вернуть? Ребята, вот давайте так. Это глубоко личное. Вот туда лезть пока не будем. Тем более... Ну, было бы, наверное, справедливо, если бы она вернулась к вам. Давай без комментариев. Хорошо? А, здравствуйте. Сейчас придем. Давайте-ка все пойдемте, конечно. Сейчас как зайдем все. Куда? Дай сюда мне ее. Не надо. Ну дай. Дай. Пошли, Креся. Креся, тащи ее сюда. Это ко мне. Да ну, тут все сугробы обоссаны. Спроси далеко, мама. Так, там ребятенки идут, осторожно. Через дорогу не бегите. Ну, хватит баловать.